Добрый день, дорогие друзья, я Алексей Селезнев. Сегодня выгляжу немного иначе, но ничего. Сегодня 26 апреля, 8-й день экспедиции. День начался хорошо, мы плотно позавтракали. Самозванец, это я, Алексей Селезнев. Сегодня действительно 8-й день экспедиции. И ребят практически доделали наш арктический полярный городок. И у них практически выходной. Они решили помочь полярникам вынести лишний мусор из здания и навести здесь порядок. Вот это настоящий арктический подвиг. Помогаем немножко сделать Арктику лучше. Если ничего не делать, ничего не произойдет. Радар, который в радиусе 1,5 километра обнаруживает любое движение. Люди, животные, дроны, все что угодно, вообще любое движение обнаруживает. Вот он у нас установлен на улице, рядом с палаткой на мачте. Здесь в приложении аккумулятор не может. Здесь в приложении выводятся все движущиеся объекты. Вот карта наложена. Очищаю, вот сейчас я очистил, и как только кто-то пойдет, здесь будет написано скорость передвижения, размер, азимут и так далее и тому подобное. Вот, и примерно он определяет, что это за объект. Что-то маленькое, что-то не маленькое. В общем, все это отображается здесь. И мы смотрим. Вчера, благодаря этому радару, в общем-то, мы обнаружили медведя. Видели движение вот тут на льду. Смотрели, и правда идет медведь. Это наша кухня, специально разработанная для арктического городка, на которой мы готовим для нашей экспедиции. Она у нас оборудована плитой и также вытяжкой. Также у нас в кухне есть полочки, где расставлена посуда участников, печеньки, чай и посуда, в которой мы, собственно говоря, готовим. Для приготовления нам нужна вода. Воду мы топим на другой электроплите, более мощной, в больших кастрюлях. Топим снег, и у нас получается вода. Мы закончили монтаж оборудования в нашей арктической палатке, и теперь осталось только навести лоск и протестировать, сможем ли мы разместить 20 человек для того, чтобы провести телемост с Москвой. Именно этим сейчас и занимаемся. Еще надо было намеренно ошибочек сделать, зачеркнуть, исправить, да? Вообще тема была. Перво открывать. Наше пребывание на мысе Челюскин уже подходит к концу. И сегодня метеорологи Объединенной гидрометеорологической станции имени Федорова решили провести для нас экскурсию. Ребята постигают азы в данный момент непонятно чего. Магии.
генератор, кто-то нарисовывает плакаты приветствия первооткрывателям, а мы вместе с метеорологами решили дойти до Стамухи, это севший на мель айсберг, где-то 2,5, ну, может быть, 3 километрах от нашей, от нашего мобильного арктического городка. Вот. И если обернуться назад, можно увидеть солнце, которое уже заходит. Вот сейчас без 20:12 ночи, и там где-то под солнцем, через пролив Тилькитского, остров Большевик, остров Северной Земли. Все, наговорился. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делайте репост. Алло. Алло, привет, Володь. Привет, Денис. Ну, рассказывайте. Где вы? В Красноярске? Мы в Хартинге уже. А, в Хартинге уже? Замечательно. А мы стоим на мысе Щербина, прямо вот под ним. Сегодня дошли, уже видим впереди уже мы с Челюскиной. О, супер. Завтра выдвигаемся, уже на финишную прямую выходим. Сегодня у нас, как ловит елочек, как ты передавал все, добрался до нас. Восток, северо-восток, дует, достаточно сильный. Но в целом не холодно, нормально. Стоим, в ажутом Щербина стоим, координаты 77.679.82. Это северной широты. И 104.53-454 восточной долготы. Отлично, супер, молодцы. Все, да. Все стоим хорошо, припасть здесь визуально оценили. Тут у нас заливное все в порядке. Сейчас жарим блины. Матвей Дмитриевич показывает на всех глаз. Все довольны, сытые, обогреты. Отлично, отлично. Вас завтра на мысе ждут, очень просят сказать, во сколько вы будете. Попробуйте сегодня, если у вас прямая видимость, попробуйте сегодня по рации связаться. Давай договоримся, не знаю, через сколько ты можешь. Да. Через сколько ты можешь включить рацию, я сейчас Кириллу напишу. Через 10-15 минут включу рацию, мы же тоже об этом говорили, что можно попробовать. Так, давай, сейчас через 15 минут я скажу Кириллу, чтобы он тоже включил рацию, попробуйте связаться. И плюс-минус, скажи мне, вдруг не получится, скажи мне плюс-минус, по сколько вы будете на мысе завтра? Я думаю, не будем нас торопиться, ну, там, к 3-4, наверное. К 3-4. Кирилл просил передать, чтобы вы были к 2. Ну, да, подожди, Володь, да. Там прямой эфир будет у нас или нет? Да. Завтра. Да, знаешь? Будет. А, будет? Да. Во сколько он будет? Он будет в 3 по Москве, как и планировалось. А, 3 по Москве он будет, то есть 7 по... Да, по местному. Да. И Кирилл, Кирилл просил, чтобы вы были в 2 часа, по местному, по красноярскому. Ну хорошо, обсудим сейчас. Ну сейчас я попробую сделать. Завтра ветер западный, 7-9 будет дуть. Западный 7-9. Западный, да. И по температуре минус 7, минус 9. Ой, нет, вру, подожди. Минус 9, минус 11. Вот так правильно. Минус 9, минус 11. Минус 9, 11. Ну ладно, ничего, хорошо. Зайдем. Недалеко уже. Ну хорошо. Идем, свяжемся. С тобой до встречи. Все. Давайте, пока-пока. Да, хорошо. Пока.